18 января на юге Кузбасса ожидается пасмурная погода. Возможен небольшой снег. В Прокопьевске ночью минус 5, минус 7, днем 6-8 градусов ниже 0. В Осинниках ночью минус 5, минус 7, днем минус 4, минус 6. В Мысках ночью минус 6, минус 8, днем минус 5, минус 7. В Междуреченске ночью минус 6, минус 8, днем 5-7 градусов ниже 0. В Шерегеше ночью минус 9, минус 11, днем минус 4, минус 6. Сильный ветер. В Новокузнецке в понедельник будет облачно. Возможны осадки в виде снега. Температура ночью минус 6, минус 8, днем минус 5, минус 7. Ветер юго-западный, умеренный.